Лига чемпионский матч в Тирасполе через 5 дней. А сегодня в Екатерининском парке десятки людей пробовали себя в роли бомбардира. Взрослые, дети и наш корреспондент Анета Шаповаленко отчаянно пытались забить гол вратарю юношеской команды «Шерифа». Будешь реагировать по удару или наугад прыгать? По удару. Давай, вперед. То самое время, когда девушки изучают футболистов, а мальчишки делают прогнозы. Футбольное настроение сегодня и в Екатерининском парке. Лига чемпионов все-таки, друзья, на носу. И уж поверьте, все ее ждут больше, чем Новый год. За моей спиной ребята, которые сегодня пришли забить вратарю футбольного клуба «Шериф» Никите. Никита – голкипер молодежной команды «Шериф». Очень скоро он сыграет со сверстниками из «Реала», «Интера» и «Шахтера». Первая игра в среду, 15 сентября. Ну а сегодня Никита защищает ворота от ребят с Тирасполя. У тебя есть какие-то вот слабые зоны? Вот у каждого вратаря наверное, есть. Наверное, правая девятка, потому что неудобно прыгать в правый угол. Почему? Потому что правша и есть такое. А есть какие-то секреты вратаря, как потащить пенальти? Я не буду их рассказывать. Ах, ладно, хитрюга, давай, вперед. Опасно! Опасных моментов сегодня было много. У тех, кто пришел попробовать свои силы, было по 2 попытки забить пенальти. Ворота нестандартные. Никите из 50 ударов удалось отразить больше половины. Самым маленьким голкипер поддавался. Поучаствовать в футбольной акции мог любой желающий, а каждый, кто забил, получил памятные призы от футбольного клуба. У нас первый товарищ, который распечатал ворота, вот Дзюба. Поворачивайся. Куда бил, рассказывай. В девятку. В Инстаграме увидел, в сторис, решил прийти. Почему бы не выйти? Решили выиграть призы. Угу. Ты уже бил? Нет. Ударил, попытаюсь забить гол. Поприсутствовать, посмотреть на вратаря молодежной команды все-таки. Его тоже надо будет поддержать «Шахтером». Я смотрю, у тебя тоже перчатки. Ты получается, тоже голкипер? Да. Ворота маленькие, неудобно бить. Ты скажи по-другому, забил ты или нет? Нет. А знаешь почему? Потому что ты вратарь. И вратарь лучше играет чем? Руками. Вот. Ты что-то скромный ты вратарь, да? Да. Правильно. Эмоции все копят для футбола, да? Молодец. Такой шанс бывает раз в жизни забить вратарю футбольного клуба «Шериф». Надо пробовать. Не то чтобы я готовилась, но просто совершенно случайно у меня оказались бутсы моего размера. Ребят, вы меня поддержите? Да! Да! Так. Аукцион. Красава! Сегодня забили Анета Шаповаленко, Виктор Гирля, ТСВ. Держи.